Культура Индии – одна из древнейших культур человечества, непрерывно развивающаяся в течение нескольких тысячелетий. В современной Индии существует культурное и религиозное многообразие. Многое зависит от района Индии. Южная, северная и северо-восточная части имеют свои отличительные особенности. А практически все штаты выкроили свою собственную культурную нишу. Несмотря на это уникальное культурное разнообразие, вся страна едина, как цивилизация из-за своей общей истории, тем самым сохраняя национальную самобытность. Индия является местом рождения религиозных систем, таких как индуизм, джайнизм, буддизм и сикхизм, которые оказывают серьезное влияние не только на Индию, но и на весь мир. После исламского вторжения и последующего иностранного господства X века на культуру Индии сильно повлияли персидская, арабская и тюркская культуры. В свою очередь, различные религии и традиции Индии повлияли на Юго-Восточную Азию и другие части мира. Марк Твен писал: «Индия – колыбель человеческой расы, колыбель человеческой речи, мать истории, бабушка легенды и прабабушка традиций. Наши самые ценные и наиболее важные из материалов в истории человечества хранятся только в Индии». На протяжении веков многочисленные народы, населяющие территорию Индии, создали высокохудожественные произведения литературы и искусства. Современные художники не всегда далеки от реализма. Художник и реальность. Иногда этот термин обозначает просто тщательное наблюдение художника над моделью, будь то фигура, лицо или натюрморт, в которых художники, начиная с эпохи Средневековья, стремились передать сходство и индивидуальность модели. И чаще художник в своих произведениях облагораживает повседневную реальность. Академизм способствовал закреплению классических традиций. Со второй половины XIX века в Индии создаются художественные учебные заведения, такие как Калькуттская художественная школа, школы в Бомбее и Мадрасе, общество художников в Бомбее. С начала XX века в Калькутте суждено было стать центром так называемого бенгальского возрождения. Возникновение бенгальского возрождения связано с именем Рабиндраната Тагора и его окружением. В искусство Индии закономерно пришли выдающиеся художники-реалисты прошлых десятилетий, в том числе Атул Бос и Деви Прасад Рой Чоудхури. Суджит Кумар Дас родился в Индии, в Калькутте в 1959 году. Окончил университет со степенью бакалавра, художник и музыкант. Техника рисования гуашь на бумаге, музыкальное исполнение на табле. Уже 2 года, как Суджит Кумар Дас находится в Таджикистане. Он имеет немало учеников в игре на табле. Его ученики – это Давлат Назри, Зариф с группы «Шамс», Далер с группы «Парэм», Манижа Давлатова и многие другие молодые ребята. Мистер Дас, мы знаем вашего отца как знаменитого художника, современного знаменитого художника. Что повлияло в вашей деятельности, его творчество, или что-то другое, что вы, помимо того, что вы играете на табле, вы еще работаете вот в сфере живописи? Мое творчество было во многом обусловлено тем, что я видел в своей семье, когда я рос. И творчество моего отца в живописи, оно во многом повлияло и на мое творчество в живописи в последующем. И также, наверное, надо будет сказать, что генетически я тоже унаследовала у него. В 1957 году он получил золотую медаль Академии художеств. И его талант признается во всей Индии и за ее пределами. Но и только потеряв его, я сейчас понимаю, и с каждым днем все больше я понимаю, что я потерял. И что я очень многое потерял. И потерял еще то, что я упустил момент. Я упустил момент, когда я мог большему у него научиться. Если вы спросите у меня, являюсь ли я художником, я скажу, что в сравнении с моим отцом, да я вообще ничего не знаю. Я абсолютно не художник, когда я пытаюсь сравнить, что делаю я и что делал мой отец, потому что, в принципе, у нас не было, по сути, никогда и занятий таких, как учитель с учеником, как даже отец с сыном, чтобы я сел с ним и учился у него, пока он был жив и пока он был рядом. Я мимолетом когда-то смотрел, как он рисует, как он кладет мазки, и вот так вот я и учился понемножку этой живописи. Но мой отец, безусловно,
Он был величайшим художником, он большим специалистом по живописи, гуашью и акварельными красками. И в этом ему среди очень многих художников мало найдется равных. Я очень горд за те достижения, которым отец пришел. И просто я еще раз могу сказать, что я сейчас понимаю, как многому я мог и должен был у него научиться, и как много я не сделал. Отец Суджит Кумар Даса, Катрик Чандра Дас, был живописцем. Его картины отражали жизнь бенгальского народа с городскими пейзажами. Художник смог передать в своих произведениях облик святых и индийских богов. Его стиль своеобразный, утонченный и изысканный. Основным объектом внимания живописца были мифологические сюжеты и культ красоты. Исключительно тонкая по настроению и по живописи картины Катрик Чандра Дас написана в зеленовато-жемчужных тонах, насыщена живительной свежестью, национально своеобразной по форме. За последние годы жизни художником было создано много реалистических произведений с восточной декоративностью. Его интенсивные по цвету композиции обладают выразительной линией и пластичностью объемов, исключающих все второстепенное. Живопись, она помогает вам игре на табло? Нужно сказать, что эти два вида искусства, они часто пересекаются между собой. И, наверное, не только для меня, но и вообще для многих людей, которые занимаются каким-либо видом искусства, будь то музыканты, либо в другой области, возможность еще каким-то другим образом передавать свои чувства всегда дополняет и дает тебе какие-то новые штрихи в твоем творчестве. Для меня лично то, что я могу свои чувства передавать живописью, безусловно, помогает в моей игре на табле. И, наверное, это слышно больше слушателя даже, чем я это как-то могу описать. Ваше творчество, оно меняется от того, что вы меняете место жительства? То есть вот в данный момент вы живете в Таджикистане. И как-то это отражается на вашем творчестве? Конечно, само искусство не меняется, но способ самовыражения, безусловно, меняется, потому что окружающий мир, окружающая действительность, она накладывает какое-то совершенно другое настроение на художника, на музыканта. И то, что я сейчас нахожусь в таком красивом городе, где отовсюду видна красивая природа и горы, это налагает определенный тоже отпечаток на то, что я делаю. Существует легенда, рассказывающая о рождении табла. Во времена Акбара жили два профессиональных исполнителя на Пакхавадже. Они были непримиримыми соперниками и постоянно соревновались друг с другом. Однажды в жаркой схватке барабанного состязания один из соперников, Судхархан, потерпел поражение и не в силах вынести его горечь, швырнул свой Пакхавадж озим. Барабан разбился на две части, превратившиеся в табла и дагга. Большой барабан называется баян, маленький – дайна. Фактически табла – инструмент, состоящий из двух барабанов – даяна для правой руки, собственно, табла, и баяна для левой. Даяна имеет форму большой кофейной чаши и изготавливается из дерева. Он более узкий, чем баян, который напоминает перевернутую чайную чашу, и делается из металла или обожженной глины. Оба котла располагаются перед сидящим исполнителем, который играет на них, используя как ладони, так и пальцы. Имеется ряд важных отличительных деталей, которые делают этот индийский инструмент, по всей вероятности, уникальным. They will enjoy the rhythm, the first thing. And for them, those one, who know. Все те, которые впервые слышат этот инструмент, они просто могут наслаждаться ритмом. Но если вы хотите узнать немного больше о том, что же на самом деле я играю, я могу немножко прокомментировать. Вот то, что я сейчас сыграл, это называется play this da. Да. Вот это называется да. Звук. Это дин. Это те. Это мелодии. Да, то есть это как бы отдельные, так же как в нотах. Это говорит специфический язык, в принципе. Like this, we can say.
Like this tabla, we have tabla has his own language. Ди кадинна. Представьте лошадь, что приближается лошадь или конь, скачет конь. And it is coming from far, and it's coming near to you and go far. And what is the sound of the stepping of the horse? Just you listen. Let me translate. И представьте себе, что конь, он скачет по направлению к вам, и достигнув вас, он от вас удаляется. Вот какой звук будет при этом. Давайте послушаем. Let's listen. Let's, horse is coming, as you are listening, very lightly. Вот сейчас приближается конь. Мистера Даса я уже знаю более 2 лет, мы с ним знакомы. И мне очень приятно общаться с этим человеком, потому что он очень неординарный человек. Человек широкого кругозора. В его лице соединяется как бы несколько профессий, несколько направлений. С одной стороны, он музыкант, прекрасный исполнитель, значит, игры на таблах. С другой стороны, он художник. К тому же он приятный собеседник. Очень интересуется нашей таджикской литературой, таджикской музыкой. У нас очень много общего. Бывает часто, что мы с ним, сидя за шахматной игрой, вдруг рождается какая-то идея создать новую мелодию, новую песню. Ну, поскольку я не являюсь профессиональным музыкантом, и, как принято говорить в народе, я слухач, играю на гитаре, подыгрываю себе. И бывает так, что я иногда пою песни, а он, значит, тут же берет свои музыкальные инструменты, таблы, и мы с ним рождаем какую-то новую композицию, новую мелодию. Ну и каждый раз его приход в наш дом – это праздник, приятное общение, море новых впечатлений.
И вот сегодня мы с ним сидим тоже, играем в шахматы, но у нас есть идея когда-нибудь сделать здесь концерт с участием музыкантов из Индии, наших таджикских музыкантов, в таком синтезе сделать такой концерт, чтобы песни были на таджикском языке, а исполнялись они исключительно на музыкальных инструментах индийских. Вот не знаю, насколько это будет возможно, но мы вынашиваем с ним вот эту вот идею. А мистер Дас в шахматах сильный соперник? Ну, вы знаете, и он, и я, мы любители также в шахматах. Но чаще эта игра в шахматы, она как бы прелюдия для каких-то других разговоров, решений. Ну, как приятное времяпровождение, вот так можем сказать. Ну, неплохо играет в шахматы, да. Бывает так, что он меня выиграет, бывает, что я его выиграю. Вот такая у нас с ним дружба. Игра в шахматы, она развивает какие-то мысли в творчестве, в живописи, в музыке? Вообще-то игра в шахматы – это больше, наверное, для людей приятное времяпрепровождение и своего рода для меня расслабление. Я расслабляюсь, когда в шахматы играю, это меня не напрягает, но… Нужно еще, конечно, и сказать, что шахматы – это тоже математика, так же, как и моя музыка, так же, как и табла. И если человек может научиться концентрировать свое внимание на шахматах, например, это может ему, в принципе, помочь также концентрироваться на своих каких-то других, на своей другой работе или на своем творчестве. Поэтому, наверное, это взаимосвязано тоже как-то, и это помогает. Вы любите этот уголочек природы. Вы очень часто приходите к своему другу и играете в шахматы. А что дает прикосновение к природе? Для меня, когда я здесь нахожусь, для меня это просто какое-то состояние умиротворенности. Для меня это мир. Когда я здесь нахожусь, это мир, который очень важен, спокойствие, вернее, будет сказать, в душе, которое очень важно для музыканта и вообще для человека искусства, и которое так трудно за пределами этого уголка бывает получить. Now I can explain your Tajik rhythm, your Tajik, most favorite Tajik rhythms. Сейчас я вам хочу показать на табле, как звучит самый распространенный таджикский ритм. Этот ритм рассчитан на 7 ударов, он тоже присутствует и в нашей индийской музыке, но он очень свойственен, насколько я заметила, в таджикской музыке он часто встречается. Вот как он звучит на этом инструменте. Мистер Дас, скажите, пожалуйста, а зависит ли ваша игра на табле от вашего настроения? Или же, допустим, вам хорошо, вы пишете картины, или же вам плохо, и вы играете на табло? It is very important things, mood. When I have a good mood, the performance and program is making very nice and good. If I have in bad mood, same, parallelly, the performance and program is not. Да, действительно, вообще и в написании картины, когда я играю на этом инструменте, очень многое зависит от моего настроения. Когда я пребываю в приподнятом расположении духа,
обычно мои концерты и мои выступления бывают хорошими. А когда настроение у меня нехорошее, то мне редко получается хорошо то, что я хочу сыграть. То есть то, что я хочу донести, мне лучше получается донести тогда, когда настроение у меня хорошее.